Всем привет, дорогие гости и подписчики нашего канала. Вы на канале Like Me. Сегодня мы для вас подготовили видео с 10 крутыми мототоварами. Ни один из этих товаров вы еще не видели, я вас уверяю. Все эти товары вы, как всегда, найдете и сможете приобрести на AliExpress. А если хотите купить их еще дешевле, воспользуйтесь кэшбэк-сервисом EPN. А всем, кто будет внимателен и досмотрит наше видео до конца, мы предлагаем поучаствовать в конкурсе на 15 баксов. Ну что, погнали? Если вы не прочь добавить изюминку в свой байк, предлагаю вам оригинальный дублирующий LED-поворотник. Этот поворотник можно легко приклеить на вилку вашего мотоцикла, ведь каждый из нас не прочь немного прокачать свой байк. А этот LED-поворотник как раз для этого и сделан. Голова орла на переднее крыло мотоцикла с красной подсветкой глаз. Орел крепится на два винта. Подсветка работает от 12 вольт. Установка и подключение, я уверен, не займет много вашего времени. Регулируемая ножка мотоцикла осилит зверя массой не более 500 кг. Крепление подойдет практически на любой мотоцикл. Регулируемая ножка, ход регулировки до 4 см, поддомкратит вашего коня. Оригинальные LED-поворотники в необычной форме трезубца в пластиковом корпусе, я думаю, по достоинству оценят владельцы спортивных мотоциклов. Защита перьев вилки защищает вашу вилку от камней, кроме того, она здорово преобразит внешний вид вашего мотоцикла. Защита выполнена из металла в виде клинков, а если их еще и подточить... Приводная цепь мотоцикла нуждается в постоянной чистке и смазке. Это позволит продлить срок ее службы, да еще и снизит шум и минимизирует трение. И, соответственно, потерю мощности. Вот сколько плюсов в этой смазке. Светодиодная подсветка мотоцикла и скутера во многом схожа с подсветкой автомобиля. Благодаря светодиодной подсветке мотоцикл может выделиться из потока, стать более заметным на дороге, что положительно скажется не только на стиле и индивидуальности, но и на безопасность. Предлагаю вам светодиодную акцентную подсветку вместе с контроллером управления. У этой подсветки более 15 разных цветов, и все это легко управляется с пульта. Хомут для глушителя мотоцикла из термостойкого ABS пластика и металлического стопорного кольца подойдет для труб диаметром от 10 до 14 см. Также вы можете уточнить, у продавца есть и другие варианты хомутов на выбор. Рюкзак АСМК с алюминиевой защитой спины, состоящий из 5 соединенных секций. Рюкзак с защитной накладкой в своем роде уникальная вещь. Защитная металлическая накладка защитит при падении еще до контакта с асфальтом вашей спины. Замки змеи клапанов прорезинены, тем самым обеспечивают отсутствие дребезжания на скорости. Материал изготовления непромокаемый нейлон. Четкая фиксация дополнительными фастексами в районе груди и пояса дает плотное прилегание рюкзака, полностью исключая его смещение на скорости. Самый оригинальный мотошлем от Тони Старка Железного Человека можно отнести к шлемам открытого типа. Он сделает заметным вашего второго номера на хвосте. Он, конечно, неплох, но ездить с ним не рекомендуется. Создатель этого шлема, наверное, был сильно впечатлен фильмом с Тони Старком. Что забыл про мотоциклы? В этом шлеме видимость не для езды на мотоцикле. Эх, если бы он сделал такое же управление, как у Тони, цены бы не было этому шлему. Ну вот мы с вами и добрались до нашего конкурса, а условия конкурса у нас очень простые. Вам нужно вступить в нашу группу ВКонтакте и сделать репост. Ссылка на группу и пост будет в описании, там же, где и ссылка на товары из данного видео. А я же хочу пожелать вам хорошей погоды и гладкой дороги. И, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также хотелось бы узнать, что для вас мотоцикл. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну все, всем пока!